Привет всем, друзья и гости канала, и это начало с вами нашего нового фермерского хозяйства. Узнаете музычку? Да, думаю, узнаете. Значит, фермер симулятор 14 на ваших экранах. Друзья, давайте, поехали. Вот. Музыка просто вдохновляет. Значит, поехали. Нет, тут немножко возраста. Не мультиплеер пока что. Один игрок, выберите файл. Эксперт, как всегда. Нет. Ну, ребят, поехали. Всем привет, друзья, кто хочет так. Давайте сохранимся сейчас. Тут же нет автосохранения. Так. Где-то, друзья, вот так давайте работника наймем. Так, наклон. Вот так вот. Так, и давайте, наверное, музыку чуть-чуть сделаем. Так, вы же помните, у нас... Нет, вообще ничего на хардкоре. Что ж, давайте. Правда, 16-я друга прямо лучше, но ничего. Значит, друзья, мы с вами будем копить на... Что-то такое очень крутое. Так, ну, во-первых, на вот такой трактор Кей. Да, который стоит, ох, дофигища. В-третьих, Дочь, комбайн. Нет, что, друзья. Вот он, друзья. Наш комбайн Дочь стоит он 190 тысяч, вот. 6 тонн вместимости, вот тоже 6 тонн. 10 бы, 10, друзья, мне бы. Нет. Так, восстановление завершено. Нет. Ну, видите, я могу купить жад. Ну, мы первое, что будем, это копить на комбайн Дотс. Далее мы будем еще с вами копить на вот такой культиватор. На какую-то сеянку, удобрялку. Вот, в общем, все, что нам будет нужно. А, это чуковщик нам надо будет, друзья, видите. Тоже 6 тонн. И я так полагаю, вот такой вот хотя бы для начала нормальный прицеп. Короче говоря, пока чинится мой ноутбук, нам с вами жить и жить. Видите? Грузовик такой, с вами нам реально жить и жить. Так, давайте посмотрим. Видите, достижения тут есть. На грош. Так.
Ну, богаче там 5 миллионов, понятно. Но мы будем с вами открывать потихоньку. Достижение начнем с сигнала. Давайте начнем с сигнала. Подождите, что-то у меня здесь случилось. Что-то сейчас давайте еще раз зайдем. Пропал какой-то звук, друзья, извиняюсь. Так, все, работает, здесь работает. У меня, друзья, пропал звук. Итак, что у нас, друзья, с вами по полям? Видим, мы можем покупать поля, далее мы можем даже цены. Вот, на мельнице цены посмотреть. То есть, ну, все знают уже, что такое ферма симулятор 14. Мы можем вот так перемещаться. Так, первое, друзья, поле, которое я бы хотел купить. 120 тысяч, какое-то такое огромное. Самое большое поле, где на этой карте, друзья, где самое большое поле. Я так полагаю, это самое большое поле вот этого поле, да? Вот это, оно самое большое поле, что стоит, друзья, 500 тысяч. 150 тысяч стоит, ну нормально. Это нормально. Так, далее давайте проверимся немного мы с комбайном. Так, вот от него штурма. Какой у нас комбайн? Трактор, а комбайн, друзья, у нас... Что я скажу? Фар. Комбайн у нас фар, а трактор вот такой вот. Суперовый. Ну ничего, друзья, так вот, круто. И делаем сразу так, скажу, мы сразу загружаемся все на склад. Нет, чтобы у нас хоть что-то было на складе. Потому что если мы хотим... чтобы у нас было побольше денежек и все остальное, нам надо загружать все сразу на склад. Так. Комбайн-то не надо у нас работает. Далее, посмотрим цены в порту. В порту показать цены, да. Вот как раз, друзья, пшеница падает. Вот на мельнице. Кукурузка растет, но, так скажу, у нас кроме двух этих ничего мы не можем съесть. Станция, то есть, видите, станция, вот это вот, это что у нас, это у нас силос, видите, вот это у нас силос, что принимает станция, станция не принимает силос, это плохо. Вот, это что-то. Нам надо быть, друзья, с вами богаче. Очень богатыми нам надо будет стать с вами. Это единственная игра, которая без рекламы. Так, заданий пока у нас нету никаких. Но мы можем, друзья, с вами заняться пока делом. Заняться делом, это начать культивировать это уже поле, друзья.
И вот, начинаем потихоньку монтировать этот ролик. И начинаем с вами, друзья, развиваться. Сейчас просто уровень сами будем проходить. Вот не расставите, друзья, как у вас там дела. Вот, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу, что я буду делать обзоры на разные игры на андроиде. Вот. Также я хочу сделать обзор игры Euro Truck Simulator или еще какой-то игры на по типу фермы симулятора. Ну, друзья, тут реально получится не успеешь-то ничего сделать на этой игре. Так, все вот так вот. А, также. Надеюсь, нам будет с вами потом вот косилки на узор разбрасывать. Так. Вот, друзья, нам надо будет с вами купить пул. Стоимость всего 27 тысяч, но это мы уже потом. Нет, твою мать. Надо будет ехать с вами в магазин. Ну а пока мы работаем за похота. Вот трехметровым культиватором и все вот так вот, думаю, не будет просто. Трехметровка. А фиг, друзья, что просто. Ничего, друзья, не просто. Трехметровка. Полный бункер. Хорошо, сейчас еду. Хотя же, друзья, я его выгружал. То есть. Но смысл мы сейчас сделаем, друзья, вот так. Где тут? Прицеп и вот тут. Да, мы пока задание не будем. Задание вот сделаем. А, сера, вот там вот в порту. Не, ну вроде мы это можем не делать, в принципе. Вот это вот время 9 минут. В принципе, мы можем и не отвозить вот то, что нам сказали в порт. Потому что в порту там цены вообще. Думаем. Так, стой. Так, и мы потом сейчас съездим еще за сейвками, друзья. Славный этот трактор. Уезжу в полицию, он там трактор. Поэтому, друзья, круто так. 15 минут.
И зря, что здесь, друзья, нельзя объединять поля, то есть... Вот нельзя, друзья, и все объединять здесь поля. Это очень жаль. То есть, друзья, здесь 15 минут, это уже, то есть, так. Так, комбайн почти закончен, значит, сейчас. 50%, так, все. А что вот это вот, скажите? Так, высыпаем, значит, друзья. Мы уезжай. Ставим комбайн на... Базу. Нанимаем работника и вам кое-что. Так, силка Петтингер. Мы кое-что покажем. Вот сейчас мы это забавно показаться. Видите, у нас вот вы сейчас будете, наверное, мне писать комментарии. О, что-то не выполнял задание. Видите, цена на пшеницу. Вообще, чуть ли не это, вообще мизерно-мизерно. Видите, вот это вот что вот сейчас. Точка продажи, ну, гавань, вот. Гавань, смотрим, гавань, 1024. А тут 1016, ну, 224, ну. Я бы сказал так, и не слишком много скучно. Блин, все работает. Правда, что на фаре нельзя цеплять, друзья. Вы поняли, что жадко нельзя цеплять. Так, ну и мое мнение об этой игре очень меня удивило. То есть это хорошо, мое мнение. Вот. Друзья, класс! Просто этой игрой я доволен. Вот, так давайте мы посмотрим, что тут у нас по цене, по... Так, это у нас... Нормально, как же дальше? Вот это вот, видите, вся карта. Вот, вот она. А где железнодорожная станция? Здесь. Станция. О, железнодорожная станция. Так, железнодорожная станция. Станция. Ну тут тоже, видите, завод, вообще цены мизерные, друзья. Молоко 3800, ну почти нам на молоке зарабатывать. Короче, друзья, дело по горло, и я бы хотел вот такой вот лук. А это поле вам пока не принадлежит. Цена
70 тысяч. Ну, уже нормально. Я могу продавать свои диплома. Поля свои пока я не могу продавать. Ему. 20, но я уже, друзья мои, уже с вами решил. Вот, покупать поле вот это. За 500 тысяч. Вот, тогда мы купим с вами хороший комбайн, будем работать. Ну, а пока, блин, желать на фары. На мельнице у нас типичный 14-й фермер симулятор. Это здесь семена. Коровы. Показать цены. Так, молоко. Запасы фермы, удобрения, навоз. Ну, навоз мы, друзья, будем с вами раскидывать, потому что здесь популярно. Так, короче говоря, уже мы наметили. Что? Уже мы с вами, друзья, наметили, что да как. Что мы будем делать в этой игре пока. Сейчас, значит, мы ставим культиватор и сеем здесь, значит, мы канолу. Там мы сеем, друзья, пшеницу. Вот. Пшеница, канола, ну, то есть, все мы на запасы, друзья, будем. Пока мы, друзья, будем все на запасы, а потом уже... Вот так. Поехали, друзья, поехали. Ему надо будет включить это наклон горизонта. Или не надо, нет, давайте не будем включать, вот. Так, значит, мы ставим вот здесь вот все наши, друзья, приборы. Вот сюда. Игра довольно, вот, друзья, вот вы мне часто вот пишете в комментариях, что ты думаешь по игре Farmer Simulator, она тебе нравится. Очень, друзья, мне эта игра нравится. Так, значит, мы с вами все, друзья, скультивируем. Как я уже сказал, мы с вами все, друзья, скультивировали. И теперь нам надо концепт куда-то сюда, друзья, поставить. Так, и что же, друзья, поехали за фиалкой. Сейчас ее заправим. Пока я еду, вам просто, друзья, скажу, пока мой ноутбук поломан, то, увы, я не смогу пока вот с фермой 2015, пока, друзья, все. Но, друзья, но мы будем потом еще вот некоторые игры, сяду сейчас, проходить некоторые игры. Вот, это Cattle Crops, может, будем мы с вами его проходить. Вот. Да, Cattle Crops также будем проходить, может, детский. 15-я ферма, никак никто не отменял. Сразу, как только у меня починится ноут, делаю трансляцию по авторству. Друзья, как вы думали? А, и, кстати, видите, это здесь. Прям по авторству. Друзья, как я делаю.
Будем стримить. Также буду стримить я, наверное, с андроида, наверное, не знаю. Так. Вот наша магазинка. А, кстати, друзья, магазин с BS Farmer Simulator 13. Друзья, если кто заметил. Так. Понял. Так, скажи, я буду уже на канале. У нас 20 тысяч. Ждем какого-нибудь большого спроса или когда поднимется цена на, друзья, наши урожаи. И будем. Так, а это что у нас? Мы можем даже что-то сделать, монтировать или что? Вот, как я уже сказал, ждем на, пока когда цена поднимется хорошая. Вот сейчас же у нас цены. Видите, станция, вот, пшеница. 1016, кукурузка падает, мельница. Ну, более такие вот цены, но они... Вот, как только я туда что-то один сыну 3 килограмма, сразу падает цена на 800. А, кстати, здесь мы можем подвигать машину, видим? Здесь машина не как ферма симулятор. Не как в 19-15 ферме, что когда мы стопаемся, она остается на месте, а твой трактор отбрасывает ее туда. Ностальгия, вот сразу вспоминается, когда я там когда-то играл. На эту игру. Так, что там мы вот так вот делаем. Вот дядя его включил. Сейчас у меня пары проедет на фоне. Проедем. А что, давайте сразу Костика. Ой-ой-ой. А что я, друзья, сею, если... Это у нас сетка направлена. А, друзья, что ферма сеет? У него сетка направлена. Это ферма сказала. Мы тут проедемся, я один разочек. Он был, не был. Ну, нормально, ферма так. Так, съем сюда канолку. Вообще, друзья, хочу хороший, нормальный тракторишку. Вот, трактор такой, ух, какой, который будет все тянуть. Вот были такие трактора, я видел в магазине. Вот. Вот этот за 105 тысяч. 98. Ну, об этом вообще молчу, об этих.
кейс 320-1060. Магнум 340. Это Dots. Далее. Пума какая-то еще сильная. Так, ну давайте немного сами сейчас еще прикатимся. Вот, полу-полу сами сейчас сделаем. Вот. Опять же, друзья, Сидорович меня попросил, чтобы я там помог с фермерским хозяйством. Да. Сидорович умеет. Вот, друзья, задание. Да ну нафиг, вы чё? Я уже видели, отцепил все, думал, что сейчас задание, а тут сохрани прогресс. Пошли вы с вашим прогрессом. Я вообще сейчас не понайму, вам будет сохраняться прогресс. Да, ну конечно, это видите уже Сидорович. Да, друзья, конечно, здесь нет не такая детализация, как в ПК-версиях. Вот, понятное дело, да? Что здесь детализации нету. Да ё-моё. Так, поехали. Сейчас, наверное, все поле сами засеем. Наверное, здесь еще надо будет удобрить или не надо, друзья, как вы думаете. Сохранимся. Вот. Как вы думаете, надо будет это поле удобрять или нет? Такой ролик вышел, длинненький. Ну ничего, друзья, вот, длинненький ролик, но зато интересно. Вот. Время как быстро летит, да? Вот, когда играешь. Вот, я думаю, игры хоть как-то они как-то развивают, походу, я не знаю. Но я знаю, что игры вот должны как-то ребенка развивать. Я не знаю, правда это или нет, но... Вот оно. Ну что такое? Блин, всю ночь не спал насчет компьютера. Вот, друзья. Ну, как раз видите, по полю уже... Нормально, сейчас мы все поле, друзья, с вами сделаем. Зато, друзья, мы сами сделаем, сами. Никто там нам не будет. Говорит, вот, с помощью найминта сделал ты. Ну, видите, мы засеяли полностью поле сами. Без всяких. Да, хоть много криво, но на андроиде не так легко, как вы думаете, что на поколении. Сейчас заделаем. Это уже немного мы пропустили, но ничего.
Вот, уже скоро, друзья, сходы будут. Вот так вот. Это стало жить в фермерство, пожалуйста. Так, думаю, что оно не будет растет, пока мы здесь работаем. А то будет как в прошлый раз. Пол поля созрело, а то нет. Мы будем уже брать урожай первый. Первый урожай.